Снегири появляются уже осенью, а к лету исчезают. Правда, это не значит, что их нет. Отдельные редкие пары снегирей выводят потомство и, например, в Московской области. Осенью, ближе к зиме, к местным аборигенам присоединяются гости с севера. На рябине или ясени можно вдоволь полюбоваться на снегирей, пернатых символов зимы. Самец, как это принято у большинства птиц, красивый, ярко-красный. Самка скромная, буднично-серая. Снегири любят рябину, но едят ее расточительно. Свиристели и дрозды клюют ягоды иначе. Как и почему, еще узнаем. В этом видео мы познакомимся с зимними птицами лесов, полей и парков. Многие из птиц впервые столкнутся с испытаниями зимы средней полосы России. Холод сковал водоемы твердым стеклом льда. Снег спрятал землю и растения. Зима будто нарочно не пускает животных к источникам корма и гонит прочь саму жизнь. В лесу стоит бородатый леший и вопит: «Бегите, глупцы!» Легкокрылые перелетные птицы не слышат лешего. Одни улетели еще в конце лета, другие в начале осени, а третьи с первыми заморозками. День, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже нуля, считается началом климатической зимы. Например, в Московской области зима вступает в права уже с начала ноября и длится до конца марта, а то и дольше. За прогнозами синоптиков чутко следят скворцы и грачи. Эти вестники весны прилетают одними из первых и осенью держатся долго, отдельные группы вплоть до декабря. А самые закаленные вообще остаются на зиму в крупных городах. Но это только избранные исключения. Большая часть собратьев грачей и скворцов все же улетают из родных краев. Впрочем, они в этом далеко не одиноки. В европейской части России в течение года можно наблюдать почти 1500 видов птиц. Но зимой не наберется и 1 сотни. Истинных патриотов среди птиц орнитологи называют оседлыми. Птицы, ведущие оседлый образ жизни, все сезоны года проводят в одном месте. Не нужен им берег турецкий, и Африка им не нужна. Трудно сказать, что действительно является причиной выбора птиц избыток силы и энергии или банально не хватает денег на билет для полета за границу, но факт есть факт. Они остаются на родине. Зимняя непогода и бескормица проверит на прочность здоровья и смекалку оставшихся смельчаков. До весны доживут только физически подготовленные, умственно одаренные и опытом умудренные. Ворон – мудрейший долгожитель среди птиц. Дожить до пенсионного возраста в России ворон может разве что в неволе. Но и в природе лет до 20 отдельные особи доживают точно. Это установлено кольцеванием. Ворону, видимо, очень дороги родные просторы, а потому он не тратит время на миграции и поиски лучшей жизни. Найдет погибшего зверя в поле или сбитого на дороге, тем и питается, тем и счастлив.
Ворон в какой-то мере даже должен быть благодарен суровым условиям зимы. Павшие в метель животные ближе к весне оттаивают из-под снега и обеспечивают едой не только взрослых птиц, но и птенцов в гнезде. Падаль и животные корма уважают все в семействе врановых. Сороки, серые, вороны и галки с удовольствием своруют несоленое сало. Сойка – модница среди собратьев. Но модница не глупая. Еще с осени она начинает запасать желуди, орехи и другие корма в лесной подстилке. Эти заначки она безошибочно найдет под снегом, когда придет пора. Кедровка в деле заготовок на черный день очень близка к сойке. В Москве кедровка или ореховка – редкий и желанный гость на кормушке. Если уж повадилась, то непременно будет запасать арахис впрок. Фактически получается так, что всех представителей семейства врановых можно встретить зимой. Но далеко не все из них такие же оседлые, как черный ворон. Главный мигрант – это, конечно, грач. Иначе бы картина Алексея Саврасова «Грачи прилетели» называлась бы как-то иначе. Широко кочуют и кедровки, и сойки, и северные популяции галок. Даже серые вороны в значительной мере перемещаются с севера на юг. И зимой зачастую мы наблюдаем не местных коренных жителей, а северных соседей наших ворон. Так что компанию убежденному резиденту черному ворону может составить разве что сорока. Сорока белобока, так же как и ворон, не очень большой любитель путешествий. Перемещения сорок носят локальный характер, перебираются на зиму поближе к человеческому жилью. Тут на мусорках, скотобойнях или в деревенских дворах всяко легче найти, чем поживиться. А мороз птицам не так уж и страшен, энергии из еды хватает. Для крупных птиц, как врановые, это неудивительно. Законы терморегуляции никто не отменял. Чем больше размер животного, тем легче ему сохранить тепло. Да, ну а как же выходят из ситуации пернатые малыши? Легче всего спросить у больших синиц. Вон они за окном, на кормушке. Пожалуй, в доверии к человеку все же есть определенный резон. Зимой именно в населенных пунктах проще всего прокормиться, а стало быть и сохранить тепло. У больших синиц, хотят они этого или нет, благородная большая миссия. Природа наделила их неугасаемым любопытством и смелостью. Поэтому они, как правило, первыми находят новые кормушки и другие источники корма, и тем самым показывают другим птичкам, где можно заморить червячка. Синица с голубой шапочкой – это обыкновенная лазоревка. Она хотя и меньше большой синицы, но в кормушке или на сале может и поспорить. У лазоревки есть чудесной красоты брат – князёк. Князёк или белая лазоревка держится в пойменных лесах, кустарниках. На кормушке князька обычно не увидишь. Мало интересует искусственная подкормка и ополовников. Эти длиннохвостые синицы обычно всегда находятся в движении, видимо, как раз, чтобы не озябнуть. В то же время оперение половников
постоянно взъерошена. Это увеличивает воздушную подушку вокруг тела и помогает сохранять тепло. Осенью и зимой аполлоники собираются в стайки и прочесывают все древесные насаждения без разбору. Именно в это время их чаще всего и встречают в городских парках и даже изредка на кормушках. Аполлоники, дожившие до весны, совьют удивительное теплое гнездо на дереве. А пока зима, длиннохвостые синицы держатся дружной стайкой. В морозные ночи они спят, тесно прижавшись друг к другу, чтобы сохранить тепло. Точно так же сидели синичата и летом, плечом к плечу на одной ветке. Большинство других синиц ночуют в дуплах, нишах, скворечниках и синичниках. Поэтому тот, кто развешивает синичники осенью, не только помогает птичкам заранее определиться с местом гнездования, но и, возможно, сохраняет жизнь ночующим в нем зимним постояльцам. Правда, скворечником сыт не будешь. Синицы требуют сала, не соленого животного жира. Это маленькая черная синица – московка. Она весит 10 граммов, это примерно как 2 монеты по 10 рублей. Чем меньше птичка, тем труднее сохранить тепло. Но ведь это только полбеды. Температура тела у певчих птиц в норме порядка 42 градусов. А закон теплообмена гласит, что чем выше разница между объектом и средой, тем быстрее идет потеря энергии. Учитывая маленькие размеры птички, очевидно, что делать большие запасы горючего просто некуда. Вот и ест малышня в короткие зимние дни с утра и до вечера. Словом, выражение «ест как птичка» – сомнительный комплимент. Синица в среднем за сутки должна съесть столько же, сколько весит сама. И московка, конечно, не исключение. Среди синиц с большим уважением к кормушкам относится пухляк или бурголовая гаечка. Шапочка у этой синички черная, поэтому непонятно, что имели в виду орнитологи, когда называли ее бурголовой. А вот черноголовая гаечка свое имя оправдывает. Правда, отличить ее от бурголовой совсем непросто. Лучше ориентироваться на голос или детали оперения. В зарослях тростника и рогоза можно поискать усатую синицу. Но это еще места надо знать, чтобы на такую диковину полюбоваться. В норме в средней полосе России естественные водоемы на зиму замерзают. Поэтому водоплавающие и околоводные птицы являются перелетными. Водохранилища с открытой водой и мутные реки мегаполисов – все это аномалии, которые привлекают уток и других пернатых ценителей водной стихии. Про них мы уже рассказывали в репортаже «Утки Москвы зимой». Поэтому в данном ролике сделаем вид, что все они улетели. А вот курообразных, пусть и не понаблюдаем, но по крайней мере перечислим. В полях зимой нет-нет, да порой случается вспугнуть стаю серых куропаток. Кроме серой, может еще и гости с севера встретиться белая куропатка. В лесу и по окраинам зимует глухарь, рябчик и тетерев. Зимний день короток. Может быть, поэтому среди пернатых охотников преобладают ночные. В холодное время года многие виды сов широко кочуют и появляются даже в крупных городах. Самая крупная и редкая сова – филин – легко ловит зайца, тетерева. В отдельные годы встречается полярная сова, ее еще называют белой, а перение совы прямо олицетворяет зиму.
редка и красива бородатая неясыть. Доверчива и симпатична ястребиная сова. Хмурыми зимними днями она охотится на мышевидных грызунов, не дожидаясь сумерек. Терпеливо ночная охотница длиннохвостая или уральская неясыть. Днем спокойно сидит под прикрытием хвойных деревьев. Птицы, если встретят, непременно обругают сову. Видимо, есть за что. Неясыть серая или обыкновенная – более привычный обитатель наших лесов. Ее мало тревожат проблемы зимы. Отдельные пары серых неясытей умудряются даже зимой отложить в дупле или совятнике яйца и вывести птенцов. Юные совята могут покинуть дупло уже в конце февраля, начале марта. На улице еще лежит снег, трещат морозы. А пушистый малыш сидит один-одинешенек и так и просится на руки. Ну а наша помощь птенцу обычно не нужна. Максимум, что можно сделать, это посадить птенца в дупло, если есть такое поблизости, или на ветку, но так, чтобы совенка не было видно с воздуха. Если совенка заметит серые вороны, то непременно будут пытаться его обидеть или даже забить насмерть. Если встретили совенка, будьте предельно осторожны, родители рядом. И если совенок издаст крик о помощи, то очень возможна атака. А когти у сов такие, что вы легко можете остаться без глаза или получить глубокий шрам на лице. Перефразируя Муршака, можно так сказать: «Эй, не стойте слишком близко, я совенок, а не киска». В сумерках совенок начнет кричать, и тогда родители легко найдут его по голосу и покормят. Хотя совята и не умеют полноценно летать, они хорошо лазают по вертикальным стволам деревьев, как по лестнице. Даром, что ли, у них такие когтищи на лапах? Самая известная из наших сов – ушастая. Эти товарищи обычно собираются в группы и зимой днюют из года в год на облюбованных хвойных деревьях. А в сумерках вылетают на охоту. Мышевидные грызуны – важнейший фактор успешной зимовки сов. Если год выдался мышиный, то по весне совы отложат больше яиц и воспитают больше птенцов. Мышей ловят и крупные, и относительно маленькие совы – сычи. Сыч мохноногий – обитатель глухих хвойных лесов. Но осенью и зимой этот ночной охотник встречается и в лиственных парках, в том числе в крупных городах. Домовый сыч – обитатель открытых мест. Этому сычу по душе старые и действующие фермы. Самый маленький сычек – воробьиный. Он держится не только в лесах, но и в городских парках. Осенью и зимой становится более заметен. В это время он охотится и средь бела дня. Полевые мыши в парках тоже активны днем, и они легко могут стать добычей сычек. Обнаружить притаившегося воробьиного сычека можно так же, как и его старших собратьев, по тревожным крикам синиц и других пернатых. Беспокоятся птички не случайно. Внешне безобидный воробьиный сычек умиляет только нас, людей. Она такая хорошая. В парке столицы порой может собраться десяток фотоохотников, чтобы понаблюдать и сфотографировать его.
А сыщику внимание людей не помеха. Увидел, что какая-нибудь синичка замешкалась, и за ней. Голову сыщик съест сразу, а тушку, если не голоден, оставит в развилке ветвей или еще может утащить в дупло, скворечник. Не всегда же найдется синичка-зевака или беспечная мышка. Тогда запасы в кладовых выручают. Почти все виды наших сов хорошо себя чувствуют в холодное время года, а потому не стремятся покидать заснеженные регионы. Но кормовые ресурсы ограничены. И для дневных хищных птиц, видимо, корма уже не хватает. Большинство видов ястребов и соколов улетает на зиму в теплые края. Остаются только два профессиональных охотника за птицами. Это ястреб-тетеревятник и ястреб-перепелятник. Перепелятник поменьше, зимой часто охотится у кормушек на птиц. Тетеревятник покрупнее. Он добывает голубей, дятлов и других более или менее крупных птиц. Повезет и белку поймает. У молодого ястреба-тетеревятника пестрины на груди не поперечные, а продольные. Поди догадайся, что это один и тот же вид. Из дневных хищников в полях можно еще встретить земняка. Это мохноногий конюк, северный собрат нашего обыкновенного конюка. Конюк, в отличие от лесных ястребов, специализируется на ловле мышевидных грызунов. Обыкновенный конюк, если и зимует, то в порядке исключения. У синиц, дятлов, соек и многих других пернатых для обезоруживания дневных и ночных хищников есть нехитрая тактика. Они собираются всей ватагой вокруг разбойника и ругаются на весь лес. В таких условиях ястреб или сова лишаются главного преимущества – внезапности. Но и на случай неожиданной атаки с воздуха есть универсальная система оповещения у синиц. Это высокий пронзительный писк или свист. По этому свисту можно быть уверенным, поблизости ястреб или сова. Но иногда причина воздушной тревоги – серый сорокопут. Серый или большой сорокопут – единственный из собратьев, кто не боится холода. Он широко кочует зимой и нередко задерживается на лугах, полях или в парках рядом с кормушками. Сидит обычно высоко на макушке голого дерева и что-то высматривает. Во вкусовых предпочтениях у сорокопута много общего с воробьиным сычом. Ловит либо грызунов, либо небольших птиц вроде лазоревки или полевого воробья. А разделывают свою добычу сорокопуты, закрепив их в развилке ветвей или на шип какого-нибудь дерева. Сколько бы ни третировали хищники маленьких беззащитных пичуг, зимой это не главная проблема. Голод убьет куда больше птиц, чем совы, ястребы и сорокопут вместе взятые. И именно для борьбы с бескормицей разные птицы от мала до велика приобретают уникальные особенности строения, поведения, стратегии выживания. Самым классным решением оказалось наличие твердого клюва и жесткого хвоста для опоры. Все наши настоящие дятлы обладают этими инструментами и потому никуда не улетают на зиму. Самый обычный наш дятел большой, пестрый. Он есть в каждом лесопарке. Непременно посещает кормушки, ест сало, долбит орехи.
Самец с красной меткой на затылке. Самка без нее. Очень похож на БПД, так сокращенно обозначают большого пестрого дятла бёрдвотчеры, сирийский дятел. У БПД белые щеки изолированы от белого за шейка черной полосой, а у сирийского такой изоляции нет. Кроме того, на брюхе сирийского дятла можно заметить продольные темные пестрины. Похожие пестрины есть у белоспинного дятла, но этот товарищ отличается от БПД легче. Пестрин много, спина белая. У самца белоспинного дятла еще и шапка во всю голову красная. Такая же красная пилотка и пестрины есть у среднего пестрого дятла, сокращенно СПД. Логика подсказывает, что раз есть БПД и СПД, то должен быть и МПД, то есть малый пестрый дятел. И все правильно, есть такой дятел в ассортименте. Миниатюрная копия белоспинного дятла. Он размером с воробья, поэтому трудно с кем-то спутать. Сопоставим с МПД размером разве что трехпалый дятел. Пожалуй, это еще и самый редкий из наших дятлов. Хотя вот еще зеленый дятел может претендовать на редкого. Зеленый дятел – птица крупная, любит промышлять муравьями. Собрат зеленого по окраске, размеру и вкусовым предпочтениям – седой или седоголовый дятел. Его, кажется, можно встретить почаще, особенно если повесить в саду кусок несоленого свиного сала. Возглавляет отряд дятлов желна. Это черный дятел, самый крупный. Ему вообще зима нипочем. Как добывал крупных жирных личинок из-под коры все лето, так и в мороз продолжает этим же заниматься. Клюв у него настолько мощный, что когда трудится, кажется, что кто-то орудует небольшим топориком. Ошкурить зараженное короедами дерево для черного дятла – дело времени и методичного усердия. Поползень обследует деревья в поисках съестного не хуже дятлов. Клюв у него хотя и меньше, но достаточно длинный и прочный, чтобы он мог постучать там, где это потребуется. В отличие от дятлов, поползень может легко перемещаться по вертикальному стволу как вверх головой, так и вниз. К зиме поползень готовится уже с осени. В это время он впрок запасает орехи, семечки и прочую провизию, складывая в дуплах и щелях заскорузлых стволов деревьев. Пищуха, птица древолаз. Чтобы ее заметить, надо потрудиться, а передняя ее идеально подходит под окраску коры. Пищуха обследует стволы деревьев, двигаясь снизу вверх по спирали. В отличие от поползня, вниз головой пищухам лазать неудобно, а изогнутый клюв-пинцет предназначен для извлечения самых маленьких беспозвоночных из узких щелей. С дятлами, поползнями и пищухой понятно. Они модифицировали свои клювы для грубой или, наоборот, тонкой работы с древесиной. Ну а что предприняли остальные птицы? Кормовые ресурсы зимы бедны беспозвоночными. Возможно, поэтому среди зимующих больше зерноядных. Это вьюрковые, овсянки, воробьи. Клювы этих вегетарианцев хоть и небольшие, но, как правило, прочные и приспособленные для добывания и обработки семян, зерен, шишек. Воробьи – наши ближайшие соседи. Они настолько привычны для нас, что некоторые из любителей птиц даже расстраиваются, когда видят, как стайка воробьев за полчаса расправляется с суточным запасом корма для синичек. В городах и селах бок о бок живут два вида воробьев – полевой и домовый. Полевые воробьи чуть меньше, самочки и самцы между собой не отличаются. Домовые воробьи покрупнее.
Самки окрашены неприметно, а вот самцы, наоборот, оригинально. Осенью воробьи трапезничают семенами сорных трав. Птичий горец или спарыш – растение, которое не только устойчиво переносит вытаптывание, но еще обеспечивает едой пернатых осенью и зимой. С выпадением снега воробьи еще ближе подбираются к человеческому жилью. Вместе с синицами осваивают кормушки. А в морозы могут даже и салом угоститься. Хотя такой корм для воробьев нетипичен. Городские популяции вообще, как правило, даже не знают, что так можно очень недурно бороться с недоеданием в лютые холода. Иногда с воробьями путают самок зябликов. Самец-то красив, его не спутаешь. А вот самку можно. Зяблики – перелетные птицы, но иногда отдельные особи почему-то задерживаются на зиму. Встречаются тогда и у кормушек, и вдоль дорог. А еще осенью и весной на пролете бывают северные братья зяблика – юрки. В холодный период года юрки, как и зяблики, становятся полностью зерноядными. В годы урожая рябины плющат ее ягоды, чтобы добраться до семян. Точно так же разделываются с рябины и обыкновенные снегири. Изредка до нас долетают серые снегири. Это отдельный вид. Пуночка – белый воробей. Ее ищите на открытых пространствах, вдоль дорог, на лугах и полях. Там, где пуночка, там и лапландский подорожник. Редкий гость, прилетевший к нам из тундры. Пуночка и подорожник летом питаются насекомыми, а зимой полностью переходят на семена. Красив таежный житель щур, да только поди его сыщи. Если повезет, то в хвойных лесах можно встретить клестов. У нас это три вида. Клёст белокрылый, сосновик и еловик. Жизнь клестов целиком и полностью зависит от урожая семян хвойных деревьев. В поисках еды птицы легко и широко кочуют. В парках Москвы в отдельные годы случаются регулярные встречи клестов-еловиков. Стайки птиц промышляют семенами хвойных деревьев. Для этого у них и клюв крест-накрест. Клесты вообще принимают в расчет только наличие корма. И если семян много, то гнездо вьют в любое время года, даже в феврале выводят птенцов. Дубонос хоть никуда и не улетает, но встретить проще в холодное время года. На кормушках дубоноса обрабатывает семена подсолнуха как конвейер. Но если в кормушках пусто, а на рябинах густо, то занимается яблочками рябины. Правда, как и все зерноядные, добирается до семян. Мякоть выплевывает. Зеленушки хоть и не дубонос, но методика работы с рябиной и семенами аналогичная. Зеленушки поярче – это самцы, а потусклее – это самки и молодежь. А если зеленушка не столько зеленая, сколько желтая, да еще и с пестринами, то это не зеленушка, а обыкновенная овсянка. Зимой встречи с овсянками случаются нечасто. Самки чуть тусклее, а самцы яркие, как попугайчики. Хотя нет, попугайчики – это щеглы. Эти симпатяги редко бывают одиноки. Классическая картина – стайка щеглов на репейнике. В местах подкормки, где семечки подсолнечника поставляются ежедневно, есть шанс, что и щеглы порадуют человека своим отменным аппетитом. Кроме щеглов, если повезет, стайки чижей и чечеток тоже станут посещать кормовые столики, бесперебойно снабжаемые сердобольными людьми. Чижи у нас и летом встречаются, а вот все чечетки – зимние гости с севера. На лбу у чечетки красная метка, по ней легко отличить от чижа. У взрослых самцов еще и грудь красная. Чем старше самец, тем ярче окраска.
У чижей взрослых самцов тоже ни с кем не спутаешь. Яркие, зелено-желтые, а лоб черный. Чижи и чечетки часто объединяются в смешанные стайки. Едят семена ольхи в шишечках, семена берез. Так же, как полевые воробьи охотно добывают семена сорных трав. А в кормушках чижи с чечетками лущат семена подсолнечника. Это едаем всегда понятно. Среди обыкновенных чечеток порой встречаются необыкновенные, светлые, как сам снег. Это пепельные чечетки. Их не всегда можно отличить от обычных или лесных. Тем более, что есть и гибриды между пепельными и лесными чечетками. Чижи, чечетки, птички-невелички. Но среди зимующих птиц, как ни странно, это не рекорд минимального размера. Желтоголовый королек. Вот живой природный парадокс. Королек весит всего 5-8 граммов. Но переживать на этот счет некогда. Малыш обследует ветви деревьев и собирает всех паучков и насекомых. Среди наших птиц, не боящихся снега, второе место по массе занимает крапивник. В отличие от королька, который суетится обычно в кронах деревьев, крапивник больше ищет корм на земле, среди лесной подстилки. Зимой крапивник держится по берегам незамерзающих ручьев. Открытая вода зимой вообще привлекает пернатых. Даже в мороз птицы готовы купаться в лужице. Кроме того, утолять жажду водой всяко лучше, чем снегом. У воды или у кормушек нередко задерживаются зарянки. Они, в принципе, улетают довольно поздно от нас, но порой отдельные особи держатся всю зиму. Явление это пока еще можно считать удивительным, но кто знает, может быть, в будущем это будет нормой. По крайней мере, дроздами-рябинниками зимой уже никого не удивишь. Зимует рябинник там, где есть боярышник, яблони или рябина. В отличие от зерноядных птиц, дрозды глотают плоды целиком. Их интересует сама мякоть, а не семена. Семена же проходят через желудочно-кишечный тракт дроздов быстро и без повреждений. Считается, что семена рябины увеличивают схожесть после такой своеобразной биообработки. Кроме рябинника, зимой можно встретить черного дрозда. Коротает зиму на кормушках и коричневая самка черного дрозда. Не боится снега и угольно-черный самец с желтым клювом. Все дрозды любят ягоды. И в этом плане составляют известную конкуренцию еще одним гостям с севера. Птица с хохолком. Свиристель. Летом где-то далеко, в тайге, свиристели выводят потомство и питаются разными беспозвоночными. Но на зиму птицы полностью переходят на растительные корма и широко кочуют в поисках уцелевших ягод рябины, боярышника, калины, бирючины и прочей вегетарианской пищи. Особенно голодно свиристелям бывает во второй половине зимы, когда основные запасы ягод уже съедены. В это время даже сладковатый древесный сок выручает птиц. Но не только свиристели бедствуют в преддверии весны. Силы всех пернатых, что пережили зиму, на исходе. И даже если начал местами сходить снег, не спешите убирать кормушку. Птицы споют вам. Спасибо. Или проворкуют, как сизый голубь, который был все время рядом с нами. Путался под ногами, целился на вас, сидя на проводах. Первый снег всегда выпадает неожиданно. Зима приходит без приглашения и остается до тех пор, пока сердца людей, зверей и птиц не затоскуют по лету.
Тогда искреннее тепло надежды растопит черствый наст. И весна скажет: «Здравствуй, здравствуй, солнце!»